Фестиваль национальных культур – это продолжение традиции. В этом году он посвящен государственному празднику Дню народного единства. Совместный проект Управления культурой и Центра культуры и народного творчества направлен на сохранение и развитие национальных культур, формирование толерантности в обществе, укрепление межнационального культурного взаимодействия. А что будет в программе? В концертной программе примут участие национальные творческие коллективы и исполнители хореографического, вокального, инструментального искусства. В программе также выставка декоративно-прикладного творчества, народных промыслов и ремесел. Свое творчество продемонстрируют проживающие на территории нашего округа представители еврейской, немецкой, башкирской, татарской, удмуртской национальностей. Фестиваль проводится при участии и поддержке городских учреждений культуры, предприятий, национально-культурных объединений. А где и когда? Фестиваль состоится 4 ноября в 12 часов в Большом зале Дворца культуры Северского трубного завода. Выставка декоративно-прикладного творчества национальных промыслов и ремесел откроется в фойе дворца в 11 часов. Мы приглашаем всех полевчан на встречу с красочным многообразием национальных культур.